Медикам продлят выплаты за борьбу с коронавирусом. Правительство России в следующем году продолжит финансировать федеральные доплаты медработникам, но изменит механизм их начисления. Теперь выплатами будут заниматься совместно Минздрав и Минтруда, то есть прерогатива ляжет на плечи федеральных властей, а не региональных. Новая схема, по мнению чиновников, позволит избежать проблем, на которые медики жаловались при начислении прошлых выплат. Их суммы менялись. Кроме того, выплаты не получат ряд сотрудников. Напомним, что доплаты положены докторам, младшему и среднему медперсоналу, водителям скорой помощи и еще некоторым работникам здравоохранения. Средства уже заложены в бюджет следующего года.